На ярмарку сегодня попала случайно, и как-то вот то, что домашнее, это все намного лучше, чем где-то в киоске. Начало трудового дня, а площадь уже полна торговыми палатками. Здесь идет бойкая торговля. Свежие овощи и ягоды. Урожай этого года в почете. Помидоры, огурцы есть. Приехал, поставил на место. Место выделяют, сразу на место поставил. Никто тебя не спорит, никто не ругает. Большая часть мест на этой ярмарке у местных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они и обратились к главе администрации округа Евгению Коржу с просьбой помочь расширить рынки сбыта. Решение нашлось быстро. Теперь 4 дня в неделю ярмарка будет работать. Руководство наше, ну, в частности, Евгений Евгеньевич, ежемесячно собирает всех сельхозтоваропроизводителей. И идет такая конструктивная работа в плане поддержки нас, сельхозтоваропроизводителей. И мы ощущаем реальные сдвиги. Всего на площади определено 135 торговых мест. Пока лишь несколько пустуют. Ярмарка открыта на центральной городской площади каждую среду, четверг, пятницу и субботу. Инна Гончарова, Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов. Панорама.